Доброе утро! Всем доброе утро, Ванюсь. Ну что ж, начнем. Нюта, смотри. Там, наверное, подарочек тебя ждет. Давай, я держу. Помогу. Она тоже старается достать. Да, Анечка, садись рядом с Ваней. Мне тоже не видно. Да, садитесь. Давайте. Давай. Открывай, давайте попробуем. Она, в принципе, смотрит только на Ванину сторону. Ну, конечно, ей же интересно, что там. Открывай. Держи. А, не... возьми вот так. Ну, открывай. Что это? Классный? А ну покажите на камеру, что у вас. Тролли! Розочка и... Ванюш, как твоего зовут? Титан. Титан и Розочка. Я тебе помогу. Баба! Как открывать? Так, вот так. Не могу я посмотреть. Аню, тебе нравится? Да. Нет, я его надену. Ребят, мы пришли на площадку с детьми на утреннюю такую прогулочку. И здесь сейчас детей вообще нет. И очень, очень холодно. Я не знаю, сколько сейчас градусов. Но телефон показывал где-то минус 2. Что вполне вероятно, потому что трава вся замерзшая. Именно замерзшая не иней, а льдышки. И там, где лужи, тоже все во льду. Возможно, раньше было минус 2. Сейчас, может быть, и плюсовая температура. Но так как мы сейчас еще в теньке, солнце еще на эту сторону не перешло. Короче, достаточно прохладно. Опа! Это что за красотуля тут? Ты сейчас будешь ехать? Я! Да? Давай! Уи! Супер! Еще? Класс! И Ванюшка там на велике носится. Вон, поехал. А где моя Анюта? Где моя Анюта? А вот она! Ребят, мы пришли с детками в Вену. Анютка. Короче, мы раньше брали Анюте бутерброд с омлетом, как вот у Ванюши. Но в последнее время она просто хочет есть хлеб. Вот я еще попросил с сыром, но с сыром тоже не хочет есть. Вот, а Ванюша и с сыром, и с омлетом. Вкусно? И с помидоркой. Да, и с помидоркой. Вот еще я себе взял кофе. Вот у нас там еще десертик. Ава. Ну, пей. Да, пей. Можно с моей бутылкой? Да, можно. В общем, нагулялись. На улице очень холодно. Ай, кушай, 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 кушай. Мне руки уже не болят. Не болят? У Ванюшки руки замерзли, при том, что он был в перчатках. Я без перчаток, мне нормально было. Вот. Но холодно. Там лужа одна замерзла. Получился как такой маленький каток. И дети там просто вся площадка. Детей много пришло. И вся площадка начала играть на этом льду. Понравилось на льду играть? Да? Да. Сколько раз ты упал? Что? Сколько раз ты упал на льду? 15. 15? 12. 12? Ты читал? Привет, ребята. Еще раз. Мы сели обедать. Анечка спит. Ванюш там у себя в комнате. Да, готовила сейчас обед. Будем кушать. Так что всем приятного аппетита. Курочка. Кстати, давно спаржу не ели. Салат. А всем приятно. Мне прям слюна выделяется. Вкуснятина. Согласна. Ты что, ты сделала новый? Нет. А там еще есть? Да. Ничего себе. Просто нужно переворачивать и стряхнуть так хорошенько. Надо ехать за новым. Вот, блин, мы так подсели на эту... Срирачу. Шрирачу. Срирачу. Срирачу. Мне, по-моему, подписчики писали, что это шрирачу. Не-не, срирачу. Вы меня не переубедите. Это срирачу. Срирача майо просто офигенно. Спасибо, Надя, что она нас на нее подсадила. Да.
Всем приятного аппетита. Я за ним. Это третий. Третья ходка. Третий тазик одежды. Предпоследний. Предпоследний. Еще есть? Да, но я еще не... Не снимают. Я тут собирал носки и трусы. И Ваня все разбросал. Ванюша, давай, собирай. Теперь собирай их обратно. И с Ваней тоже. Ну да. Я видела, Аня один носок всего кинула. Ох, у них тут туса. Снег. Мама, присоединяйся. Все. Ванюша купается, никуда, сейчас буду тебе открывать эту бомбочку. Мы купили вот такие бомбочки, и они так ужасно открываются, точнее, они вообще не открываются от слова. Ну, а маленький я уже открыла. Да, может, маленькую тогда? А где маленькую? Маленькую. Ну, папа пришел, мне кофе принес, но я не могу открыть бомбочку. Ты мне можешь в этом помочь? Ножички мои. Ножницами, да? Здравствуй! Тебе пока нельзя, Анюта. Я спрашивала у доктора. Я надеюсь, они нам уже завтра что-нибудь скажут. Можно ли будет мочить руку. Поэтому купаться пока никак. Да. Кошмар! Плохо, да? Да капец, как это, как что-то супер драгоценное упаковали. Они там, мы сейчас с тобой пойдем в зал, хорошо? Дай эту бомбу. Какую бомбу? Я еще не открыла бомбу. А, мочалку что ли? Да. Да, сейчас дам. Приятно пахнет. Понюхай. Не трогай, понюхай. Классно пахнет, да? Держи, сынок. И у Ани начались с одной ноздри сопли. Потому что в садик мы не ходим. В интернете можно посмотреть. И вот на тебе вот это. Все. Анечка, пошли, пусть Ванюша купается. Идем. Идем. Слушайте, я тут не могу с этой камерой разобраться. Она вечно летает куда-то. Вообще, я хотела рассказать, как классно, атмосферно дома. Елка красивая. В итоге, не знаю, вот получается, я, похоже, как-то руку не так держу, что я... Аня, ты 3 раза попила воду, пока я кофе делал. Какая Ава? Вы видите, мне нужен стакан. Аня. Не обижай Пуму. Доченька, вот, аккуратно гладить. Пошли, воду дам тебе. Пошли. Иди за водой. Убиваешь, что хочешь. Так вот, я когда включаю режим, вот то, тут нажимаю кнопочку, чтобы отцентровать камеру. Она получается, смотрите, что делает. Да. Вот зачем мне вот это расстояние, вот это вот огромное? Мне нужно вот так вот. Вот. Даже вот так вот лучше. Еще надо еще это привыкнуть к камере. Привыкнуть к тому, как вот она движется, как ее двигать. Потому что вот мне вот так вот удобна позиция руки. Но тогда камера на меня не смотрит. Мне нужно кисть повернуть. Сейчас я вам покажу наглядно. В общем, я держу вот так. Вот так. Тогда камера смотрит в бок. А когда я поворачиваю вот так, тогда она смотрит на меня. Но мне вот так вот держать неудобно. Ну, ладно.
Разберемся. Так, ребят, мы только что досняли, в общем-то, материал для нашего видео на Свитхом, где мы все украшаем. Вот, и я помыла волосы, сделала укладку. Завтра мы рано утром встаем, поэтому хорошо, что я сделала это сейчас, чтобы завтра еще раньше не вставать. Куда раньше? Мы выезжаем завтра в 7 утра. Нам выехать нужно в 7. Подъем на завтра в 6. 6. Минимум. Да, пока позавтракаем, пока соберемся, пока поедем. В общем, хотим завтра все сделать одним днем, съездить в Барселону на перевязку и погулять там. И не оставаться с ночевкой. Да, и вечером уже вернуться домой. Но вернемся мы, кстати, не одни. Куда делась эта штучка с микрофоном? В ящике, где она должна быть. Боже, как ты красиво. Ты да? Да. Смотрите, как красиво. Я не могу. Просто красота. Но сейчас я буду выключать свет везде, чтобы было темно. Так, окей, Google. Apaga luz pared. И софа. Окей, Google. Apaga luz sofá. Во, смотрите, красота. Вот это кайф. Хочешь чего-нибудь? Мы только чай пили. Ну, мы как-то на скорую руку его пили. Я еще курицу поел. Да, Ваня еще курочку доел. Свет выключила, все дети спят. Ай, надо еще сейчас этим... Подарки надо подготовить. Сейчас. Этим и займусь. Наши носочки. Подарочки. Так, сейчас ножницы, бумагу и сами подарки. Ребята, у нас уже поздно. Мы, зная, что нам завтра вставать очень рано, все равно не смогли пойти спать раньше. Ну, во-первых, ничего страшного. Проблема в том, даже, наверное, не проблема, то, что мы немножко сместили наше... график. Наш график, да. И теперь нам сложнее засыпать по ночам. Вот. Ну, завтра придется просто пораньше встать. Блин, ну, кстати, завести будильник. Угу. Потому что... Ну, кстати, в 6 утра достаточно рано. Хотя... Не, да, ну, не, нормально. Отлично. Нам же еще... А ты вещи все взяла? Какие вещи? Ну, какие-то надо. Какие тебе нужны вещи? Ты не знаю. Нам, кстати, нужно будет в Испании там кое-что купить. Вот я думаю, коляску придется с собой брать. Ну да, объединение, если мы пойдем еще погулять, то точно будет неудобно. Но да, придется коляску вести с собой. Благо, вещей нет, поэтому нормально. Так бы, конечно, если бы еще пару чемоданов было бы, то точно было бы тяжко. Ладно, ребят. Всем спасибо, что были с нами. Да. И всем, всем пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Завтра. Пока. Пока. Пока-пока.